Всем доброго здоровья, приятного аппетита, кто сейчас кушает. А мы решили с Лехой поиграть в игрушку под названием Sumo Smash Down. В нем очень интересный процесс игровой. Нам нужно приземлиться вот на эту островок. Из пушки выстреливаем мы сумоистом. И отлично. Вот. Кто остается, грубо говоря, на этом островке, тот и выигрывает. Фишка еще в том, что кнопка, грубо говоря, общая запуска обоих пушек. Обеих, точнее, да, наверное, будет правильно. Вот, все. Поэтому, кто успел прицелиться, тот съел. Вот, собственно, весь смысл. И мы сейчас решим, кто самый крутой и меткий сумоист. Давай, погнали. Бабах. У нас еще... взял этот... Я бы пролетел. Бам! О, оба. Еще хочу сказать то, что очки больше начисляются... спасибо. Чем быстрее ты прицелишься, тем больше тебе очков нацедят. Эх, все-таки я помешал, жопу на кол сели оба. Слушай, ты говоришь, ничего не умеешь? Смотри, как наблатыкался ты уже. Я только, только их залп слышу от тебя. О, ну смотри, почти равно. И после каждого выигрыша нам даются как... А что ты пришел? Нетушки, нет. Блин. Все, мимо касс. Что-то мы первую даже... Ах ты ешь! Все. Догнал меня. Вот теперь догнал. Все. Тут надо... А что такое, что такое? Не знаю, кто быстрее нас. Я что-то не успел прочитать. Ладно. Слишком... На какую сторону? Не знаю, я не знаю, что такое вообще происходит. Что вообще? Все, я не знаю, ты выиграл, короче, фиг с ним. Тебе дается шляпа, поздравляю. Ну что, давай еще. Я крутой. Давай до скольки побед? Не знаю, давай до 3. Давай. А почему, кстати, такое вот происходит? А, видишь, написано, то есть мы должны, я так понял, не слишком рано запускать. То есть у нас, видишь, есть время. Есть. То есть, наверное, вот где... Смотри, фига, сразу сколько прибавили-то. Нам лучше быстро, наверное, скорее всего. До конца еще не изучено нами. Честно говоря, не особо хочется много тратить времени на это изучение. Я настолько жирный, что я сломал. Сломал. Ничего такого. Так, а кто выиграл-то первый раунд? Я. Так, хорошо, у нас на счет 1-0. Но я чувствую, сейчас будет 2-0 уже. Блин, что-то как не могу я там зафиксироваться. О-о-о. Ты, наверное, бы ее сломал, если сейчас за лбом ты ударился. Не знаю. Блинч. Ну все. Дабл. Оба слетели. Ну ё-моё. Ну это не очень круто. Я выиграл почти. Нет, ну вот именно что. Почти. Все, на тебя сел. Вот я не понимаю немножко тут, к сожалению, что здесь обозначает. Я понял. Все. Ждать того надо. Да, видимо, да. То есть вот именно когда я прицелюсь. То есть... Хотя хрен знает, я уже не знаю, ребят. Все, Лёха выиграл, тебе дают прическу, волосы. До 3 побед, мне еще раз тебе надо. Последний, ты, наверное, самым крутым станешь. Так. А парик не слетел. Так правильно, волосы. Фига, сырскую тебе сразу же дали. Ну ё... Как сапог валенок какой-то. Обалдеть. Ё-моё, ну вот, как топор. Зафиксировал. Все, отлично. Эуч, ну все, ну, наверное, победа, да, поздравляю. Что тебе еще дали? Другого цвета. Ну, в принципе, все понятно, да, с этой игрушкой. В принципе, нормальная игруля. Все на одной идее завязано. В принципе, не самый глупый. Вот. Для игры с друзьями самое то. В общем, ребят, всем хорошего настроения, всем пока. Ах, хрен тебе смотри.